сражается Сергей Серый Волк Яшин. Дайте похлопаем. Владимир Ярый Тараканов. Чуть-чуть влево сдвинься. Дорогие друзья, не пугайтесь. То подумайте, что сейчас будет просто кикбоксинг против двух сабель. Чтобы немножечко разогреть ваше настроение и заставить вас улыбнуться, дорогие друзья, под ваши аплодисменты наш дорогой гость и постоянный участник спортивно-культурный клуб «Вместе», дорогие друзья. Встречайте. Культурный клуб «Вместе». Сергей Серый Волк Яшин, Владимир Ярый Тараканов. Парни, подойдите, пожалуйста. Если переодевается. Какие мысли вообще? Привет. Привет. Хочу сказать всем. Я очень рад, что попал на соревнования. Я долго стремился к этому, хочу показать сегодня хороший, интересный бой. И проявить уважение к сопернику, он старше меня. Мне 19, ему 37. Слушай, всем сразу стало интересно, в какой форме ты будешь проявлять уважение?
Ну, я думаю, вы здесь на ринге, поэтому здесь только в одной форме можно проявить уважение. Желаем тебе удачи. Покажи себя достойно. Сергей. Слушай, в тебе столько всего укладывается. Ты там и танцуешь, и с саблями выдаешь, вообще и занимаешься. Музыкальных инструментов. На чем ты играешь? На балалайке. На балалайке играешь? А как у тебя пальцы? Они не ломаются у тебя? В смысле, твой хлеб пальцы? По улицам отбираешь сопки у прохожих? Своим творчеством. Время артиста. Время творчества с помощью. Почему такое у тебя имя, никнейм Серый Волк? Сам спаситель всегда сказку по всех помогал, спасал. Серый Волк. Ну, пусть. Ладно. Давай так. Русскую культуру просто очень любишь, и это правильно. У тебя сегодня перед тобой будет очень серьезный боец, ну, такой же серьезный, как ты. Я желаю тебе удачи. Друзья, давайте поаплодируем бойцам. Готовится Денис Немец, Дейслинг, Азамат Злой Сидкиреев. Боец готов! Бой! Давай, казак! Своё играй, своё! Друзья, давайте поквадрим бойцов. Аплодисменты погромче. Вова, иди сюда,
Уйди, шею убрал. Вера, не сдавайте, терпи. Внимательно слушай. Вот давай руками встретим. Провали сюда.